Хоу-хоу, дорогие друзья! Всех категорически приветствую! Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики! С вами, как всегда, на связи The Life, робот, распаковки и обзоры. И, дорогие друзья, с Новым годом хочу вас поздравить! И сегодня у нас будет в очередном эпизоде, в очередном выпуске распаковка и обзор на петарды от производителя «Русский фейерверк», петарды P1320. Большой Билли Бумс, 20 штук. Вот так вот я коробочку приобрел. Большой Билли Бумс. Здесь у нас сбоку имеется надпись. То, что здесь 20 штук. Здесь у нас нету терочной ленты. Русский фейерверк. Так, сзади упаковочки у нас здесь вот такая вот информация. А именно P1320. Большой Билли Бумс. Петарды. Эффект вращения пламя хлопок. Назначение изделия и область применения. Пиротехническое изделие бытового назначения. Инструкция по применению. Извлечь петарду из упаковки. Чиркнуть цветной терочной головкой петарды о намазку спичного коробка. И немедленно отбрось в сторону не ближе 5 метров от людей, животных, дорог и легковоспламеняющих материалов. Вот здесь у нас такой штрих-код. Такая вот у нас упаковочка. Немножечко, видите, здесь порох уже даже рассыпался. Ну, давайте-ка непосредственно приступать к анбоксингу, к распаковочке. В этот Новый год мы будем взрывать петарды. Ставьте, кстати, лайки, кто также обожает петарды. За петарды просто лайк. Да. Вот видите, уже сыпется. Сыпется порох. Так. Так что можно даже вот так схитрить и открыть. Чтобы, видите, порох весь не рассыпался. Так. Мы здесь видим вот такие вот петарды. Давайте-ка парочку достанем. Вот такая вот петарда. Здесь у нас маркировка P1320. Как указано. Как видно, да? Вот она. P1320. Вот указано. Такая вот петарда. Так, вот такой вот большой Билли Бумс. Гляньте, сколько там внизу пороха. Дорогие друзья, я, наверное, здесь не буду взрывать. Видите, здесь у нас она должна свистеть и пердеть, хлопаться. Поэтому лучше перенесем в этот раз не в домашней обстановке. Потому что в прошлый раз, как вы знаете, я повредил здесь все. Всю технику, пришлось новую камеру купить, свет, освещение, вообще все тут засрал. Кто не видел, я оставлю ссылочку в описании. Видите, здесь даже, вот здесь вот есть две дырочки. Вот они. Вот такие вот петарды, сколько я уже, 6 штук достал. Так, вот такая вот 7-я, 7. Так, 8. Еще 2. Так, 9 и 10. Вот такие вот петарды. Конечно, на руки все грязные от таких вот петард. Так что увидимся уже в обзоре. Ставьте лайк, чтобы я сделал обзор на эти петарды и записал видео, как они взрываются. А это была просто распаковочка. Всем большое спасибо за просмотр. Всех с Новым годом. Делитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайк. Также не забывайте подписаться на канал, а после подписки обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых видео. Как раз не пропустите обзор на вот эти петарды. С Новым годом, дорогие друзья! Всем удачи, все, пока.